Всем привет! Суббота. Уже... Ой-ой-ой, уже второй час. И Джашик плачет. Всем привет! Ладно, потом. Привет, друзья. Опять буду с вами общаться. Уже пятый час, кстати. Когда я открывала влог, я была около магазина, забирала Джульет. Получилось так, что я была за главную. Дэнни сейчас работает над, над домиком на колесах. Габриэл ночует у друга. Ночевал у друга, он сейчас с ним. Анжелика была на работе, я была с тремя детьми сама. И получилось так, что Джашик заснул, когда она была Джульетту забирать. И я Джульетте сказала, иди, в общем, шопайся. И она говорит, ну, посмеялась, я хорошо, говорит, она себе там подушки купила, а потом пошла в книжный магазин, купила книгу «Фантом оперы». Фантом? Призрак? Оперный призрак? Ну, вы знаете, о чем я, да? Фантомас. И Джашик мне не дал вам рассказать. А получилось так, что... Это самое, я еще девчонок оставила соседом за главного. Они все играются с их девочкой. И он как раз траву косил, говорит, я посмотрю, бежи. Ну, меня побыстро, тут недалеко. В общем, вернулась, они до сих пор играют. Я сейчас им макароны там варю, потому что уже проголодались. Я целый день во дворе, это хорошо, свежий воздух. Треньки, я думаю, это как раз на пользу пойдет, она... Сегодня намного лучше себя чувствует, уже ест, гуляет, и в общем, да. Так что вот, от Анжелики пока еще ничего не слышно, что-то она долго работает, надо это самое, надо ей позвонить, может она уже гайнула с реки куда-то. Взрослая уже, ничего не знаешь, уже у нее своя жизнь. Так. Как-то не записывалось мне ничего, я занимаюсь стиркой после этих болячек, пытаюсь все постели перестирать, поменять и, в общем, продолжаем жить. Надеемся, что эта болячка ушла из нашего дома. Это самое, на самом деле, до конца, до конца и навсегда, и все, да. I'm taping myself. Габриэл вернулся, ему друг дал скейтборд свой. И говорит, нет, ты меня пока не показывай, мне надо попрактиковаться, потому что он никогда... В общем, ничего такого не делал. Видно, у друга там практиковался со скейтбордом. Ну, что-то типа это. Девчонки тут гуляют. У них тут целая это самое. Игральная площадка. В общем, они, говорю, целый день, уже несколько часов они забыли. Позвонила я Анжелике, не отвечает. Написала, не отвечает. Думаю, что такое? Знаете, думаю, ну уже слишком долго. Уже сейчас 5:33, думаю, ну слишком долго она на работе. Что такое? С 9 утра, да? Зайчик. Думаю, наверное, уже крики гайнула. Звоню Рике. Говорю, не знаю, до скольки она работает. До 6. Говорю, ну вот бойфренду она своему все рассказывает, чтобы знать, когда же это самое. Позвонить можно и побеседовать. Я говорю, ну спасибо, так что еще полчаса она будет работать. Как хорошо, что есть Рики, который отвечает на телефон и дает матери знать всю информацию, которую она не знает. Ну, в общем, поэтому она не отвечает, и на работе ей не до мамы. Так что вот такие дела. О, хочу показать вам. Джульетта купила себе новую подушку сегодня на работе. Две новых подушки рождественские. Сейчас покажу. Подушечки. Ну, такие, знаете, не совсем как рождественские, но цвета такие. Ну, тоже, ну, такие зимние как-то, знаете, чувство такое зимнего тепла. И вот такая ферма свежих рождественских деревьев, где вы можете сами отрезать и сами унести. И вот виды сосен и елок. Вот.
прикольненько, так что она уже готова. Готова к празднику. В общем, семечки с нашей тыквы, что Рики с Анжеликой, вырезали, да, в общем, я их пожарила, ничего, так, нормально. Но все-таки, как же все-таки сложно их лузать по сравнению с подсолнечной. Габриэл снял колеса с доски и пытается что-то практиковаться на трамполине, интересно. Короче, Габриэл снял весь рисунок с этой доски. Делает, как видите, прямо на ковре. Он сказал, что все уберет. Посмотрим. Яшик помогает. Нашел отвертку. Короче, два брата-акробата. Говорит, что что-то нарисует на ней свое. Но еще не придумал, что. Походу обещал Тринити, когда она выздоровеет, что он возьмет ее в Walmart. Купит что-то ей. Видите, она же пропустила все фестивали за свои болячки, и в общем он сейчас с девчонками младшими уехал в Walmart, у них в общем время с папой, и Рики к нам пришел, они с Анжеликой поехали, Анжелика пришла с работы, она сегодня, кстати, была моделью, зараза, не сказала мне специально, чтобы я не пришла с камерой в торговый центр, ее сняла, они, оказывается, были моделями. И показывали одежду со своего магазина, где-то вот в центре торгового центра, в общем, привлекали клиентов. И, в общем, она пришла с работы, Рики пришел, тоже он сегодня, он же не только работает на работе, а также у него свой бизнес, он как продает дрова, да, то он сегодня рубал дрова, уставший, и они пошли поедят и идут в кино. Кино называется «Паразит». Вот. Так что да, какая-то драма. Вернулись. Подожди. Что это? Вот еще. Часто. Барби. Вот такое. Is she traveling, Barbie? Yeah. Can you tell what's different about these? Color. No. And whiskers. Oh yeah, the whiskers, and she has the dots. And yes, the colors. В общем, я так понимаю, путешествующая Барби такая. В общем, у нее вот такой рюкзак, подушка, на которой можно спать в самолете, два телефона. What is this? It's a little bag. Ага, сумочка. I don't know. I have no idea what this is. Зубная паста. Oh, this is a water bottle, I think. Зубная щетка. Ну, короче, это скоро потеряется, конечно. Glasses. И солнечные очки. Trinity, what you got? What did daddy get you? What does it do? Вот такой хвост, вот такое у нас животное. So, from you go like, from you pet it, then I'll go like. Whoa. Пришло даже с двумя хвостами, можно менять хвосты. Вот. This is supposed to be like a bracelet, or you could put it in with your ponytail. Это можно на себя. You can also change the tail too. Awesome. Немножко темнее, да? This one is little darker, right? Wow, еще и трендит. Анжелика с Рики уже вернулись с кино, им понравилось. Я наконец-то дождалась, когда Джульетта уже примет ванну, все сделает, свою масочку, бла-бла. Хочу... Малыш, правда, только что проснулся, заснул. Готова я для еще одного эпизода «Криминальных умов».
пытаемся втиснуть это. У нас сегодня экстра час, сегодня ночью. Мы переводим в Америке часы. Так что будем наслаждаться этим экстра часом. Джульет завтра работает с 10:30 утра, так что она пропустит церковь. А Рики должен с утра приехать, и мы все вместе пойдем. Надеюсь, что успеем. И потом это самое. По-моему, мы все после церкви пытаемся планируем пойти в пиццерию кушать. Так что у нас был такой был простенький день. Мне даже мало что снимала. Хотела ответить на вопрос, но у меня так и не получилось. А с вами я буду прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и bye-bye.